Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале Алекс и Таксуй. Сегодня у нас четверг, 26 января, время 2 часа дня, почти без 10-2. Сегодня вышел поздно на работу, вот. Не специально так вышел, так получилось. Дома были дела, нужно было посидеть с ребенком. Вот потом поехал по моему машину, помыл, все чистенько, аккуратненько, все хорошо. И вот сейчас вышел работать, жду первый заказ. Не буду у себя на районе тусоваться. Так, ну проезжай уже. Раз это. Вот, поеду, так скажем, в сторону там, где могут быть заказы. И уже начну работать. Сегодня, ну, я думаю, что постараюсь полностью смену откатать. Вот, чтобы уже нормально заработать. Потому что вот последние два дня как бы не сильно нормально работал, потому что то одно, то второе. Вчера видос долго снимали в здании, потом заказы были типа там час за 40 минут, но это час за 400 рублей. И там типа 40 минут за 600 рублей. Ну тоже ни о чем, два заказа таких подвели, конечно, сильно. Так бы заработок, конечно, вчера побольше был, но как есть, так есть. Сам виноват, в центре, в самый час пик решил покататься. Мой район покатал. Ну, конечно, было прикольно, когда типа, тебе заказ падает с кафом 1.4, типа, либо там 1.6, 20 минут за 600 рублей. За 700. Но, если ты эти 20, за 20 минут проезжаешь, то это прикольно. Если ты проезжаешь это все за час, то уже не прикольно. Вот, и все вчера... перекрыли там просто там, улицу Серафимовича, ну, этот мост там, где возле Кремля, короче, все. Вот, и, получается, стояли долго на болотной набережной, ждали, когда все там рассосется, там пропускали так по чуть-чуть народ. Вот, и час ехали, то, что можно было за 10 минут проехать. Вот, поэтому тоже вот такой заказ, как бы, ну, причем это не мой косяк, это не косяк пассажира, это вот именно косяк того, что перекрывали город. Ну, перекрывали улицы, там, да и тут поехал по магазинам или куда, хер знает. Поэтому вот как-то так. Сейчас, надеюсь, получу скоро уже первый заказ и работать. Вот. Ребятушки, знаю, что многие не хотят, ну, не хотят или не хотели работать самозанятыми по одной простой причине, что непонятно, как бы деньги приходят. Сейчас это все поправили. Ну, еще не у всех эта функция есть, но у некоторых уже появляется потихонечку. Вот, Яндекс сделал свою карту, типа свой банк, и деньги будут приходить сразу же после заказа. То есть, вот вы заказ сделали, через 3 минуты деньги на счет упали. Эти деньги потом можно уводить уже себе на вашу основную карточку и пользоваться этими деньгами. Ну, вот, поэтому, если кто-то из вас еще не работал самозанятый, регистрируйтесь, указывайте мой промокод. Вы получите 3 промокода на 12 часов без комиссии Яндекса. Я получил один промокод. Поехал, надеюсь, что сейчас получу первый заказ. Вот. Приятного просмотра. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а если вы ищете автомобиль в аренду под такси в Москве, то рекомендую обращаться в таксопарк «Полет». По промокоду «Полетели» скидка на первый оплачиваемый день будет 1000 рублей. В парке есть автомобили «Эконом», «Комфорт», «Комфорт Плюс класс», автомобили грузовые, автомобили под доставку, ну, которые там «Дел Матиз», вот такие вот. Пишите, звоните, все ссылочки, номера будут в описании. Не забывайте про промокод «Полетели». Час 15, 2176 рублей. 24 минуты 578 рублей. 30 минут 962 рубля. Теперь надо выбираться отсюда. Пацаны, смотрите, тут выставка почти ретро-автомобилей. А тем, кто хочет подключиться к парку или, может быть, хочет поменять свой парк на более выгодный, рекомендую таксопарк «Турбина». Комиссия парка всего лишь 2%. Вывод денег моментальный, круглосуточный. Подключаю также грузовой курьер. Есть бонус за приведение друга 1000 рублей. Парк по-настоящему поддерживает. Парк помогает отключить наличку, сделать только, чтобы безнал был всегда. Как бы это, я думаю, многим будет интересно. Номер телефона парка будет на экране. И также все контакты будут в описании, подробные условия. Переходите, подключайтесь. Час 11. Сачевские бани, или как они правильно называются, завершить. 1711 рублей. 40 минут. 1770 рублей. Сейчас заказ вез. Короче,
мы едем, нас обгоняет тип, ну прям подрезает на Мерсе. Спереди едет каршеринг, там расстояние, ну, полкорпуса машины, я не знаю, как туда Мерс, джип такой, я не знаю, как он там называется, короче, залез туда. Карш начинает, короче, с левого ряда перестраиваться в правый ряд, но ему нужно в поворот. Машина, которая едет вправо наравне с каршем, она тоже поворот. И в итоге они вдвоем встают, короче, карш и вот эта машина. Ну, естественно, вот этот Мерс там на скорости тоже резко в тормоз, короче. Получается, меня подрезает, мы тоже в тормоз, чтобы его не догнать, короче, останавливаемся. Тут пассажирки, девчонки скорее, ну, кореянки, я не знаю, как правильно позвать, вот, едут, они, типа, там, о, что случилось, ну, и на него, там, то, что ты что так тормозишь, вот, ну, все, вот, там, короче, разъезжаемся, едем дальше, да, на светофоре равняемся с ним, они все на него так смотрят, и, короче, девчонка, которая спереди сидит, фак ему показывает, вот, и он, типа, окно опускает, я тоже окно опускаю, он давай на нее гнать, там, просто, ну, то есть, за фак, когда ты, сука, сам виноват, ну, как бы, блядь, как... Ты не знал, что тебе факт показали, конечно, это уже чересчур девчонки за это. Но, блядь, когда ты так подрезаешь, короче, потом даже аварийки, типа, сорян, ничего не это, только бы это, блядь, ну, тоже неправильно. И в итоге, короче, он давай их просто хуцосить жестко. Типа, ну вот, за факт так жестко хуцосить, это, короче, перебор вообще. У того просто крышу снесло, и все, тут просто прям пиздец, как орал там на нее просто. Она сидит, бедная, она вжалась. В итоге, короче, я, типа, блядь, надо нахуй заканчивать эту херню. Короче, я просто тупо окно закрыл, мы поехали. Он орал, типа, высади их нахуй. Я просто в шоке, типа, блядь, ну, чувака просто бомбануло. Причем, сука, это его косяк изначально. То, что ему факт показали, типа, ну, типа, сорян, чувак. Че? Соколовское шоссе. И куда мы поедем? Ну, нормально, короче. Что-то зеленочка. Сейчас вообще все нормально было. Типа за 5 часов 7 тысяч. Ну, грязи, 7200. Перекусил, и все, и пошла шляпа. Сначала заказ упал за Троицк. Типа, я посмотрел, я его сначала взял, думаю, нормально. Потом посмотрел, типа, к 9 я буду там. Ну, наконец-то там все какое-то. Потом думаю, блин, ну и нахрена, а я потом пропущу вообще все самое интересное в центре. Типа, я пока приеду, это 10, это просто даже сразу стартану, это 10. Типа, а там еще перевозка домашнего животного, плюс детское кресло, по зеленке, ну, коплюс. Но оттуда уехать в такое время, наверное, тяжеляк будет. Я, в общем, не рискнул, отменил через минус 16. Вот, и все. И сейчас поставил кнопку по делам в центр, поеду катать мой район. Типа, должно быть неплохо. Как-то так пока что. Еду на заказ. Это что такое? Я, кстати, со стороны первый раз проезжаю это здание. Интересно. Так, то подача их 4 минуты. 15 минут. 491 рубль. Так, надо в Москву. В Москву. Быстрее надо в Москву. Время уже скоро 9. Время моего района 7 минут, 331 рубль. Так, тут сразу заказ прилетел на месте. Националь. 8 минут, 418 рублей. Тут кэф уже прилетел побольше, с бустером. Поездка на сколько тут? Ну, вот так вот выглядеть она будет. 13 минут, 812 рублей. 14 минут, 538 рублей. Прям на окраине моего района. Прям тут вот, ну, на тоненького. Вообще, на самом деле, этот дом не входит в мой район. То есть, типа, вот точка вот здесь стояла. Ах, Яша хитрожопый. Ах, Яша. 16 минут, 525 рублей. Ехали долго, потому что перекрывали Кутузовский, кто-то там с мигалками ехал, вот, стояли там минут 6, так бы быстрее бы приехали, вот, ну ладно, что теперь, все равно нормально цена получилась, но 8 минут, 624 рубля, тоже на окраине моего района, 6 минут,
535 рублей паркинг. Это детское кресло было указано, но ребенка не было. 14 минут 716 рублей. 48 минут 2174 рубля. Время 1 ночи. До дома ехать 80 километров. Час. Я выехал из Зелика, сейчас заправился. Еду тут с фур, летит всякая херня на машину. Вот. Еду под Скаду. Короче, сейчас до МКАДа по Новой Риге. Потом уже на Калужку там уйду. Вот. Короче, весело. По кнопке домой в Зелик заказ упал. Вот. Но я что-то подумал, типа, да похер, за час, типа, двушка. Нормально. Но я не подумал потом, что он меня домой поведет таким маршрутом. То есть, типа, первый раз в Зелик вообще попал. Ну, короче, блядь, мой косяк, что сюда поехал. Вот. Пока у меня отработано 10 часов 43 минуты и час до дома. Ну, вот смена, типа, 12 часов. Вот. До конца смены тоже час еще. Все нормально. Сейчас на Новую Ригу выйду, там побыстрее пойдет дело. Уже здесь включил эконом, комфорт, все тарифы, короче. Вот. Но ничего не упало отсюда прям. Поэтому еду. Надеюсь, скоро я приеду. Пишите в комментариях, как ваша смена проходит. Вот. Но я в надежде, что мне хотя бы еще заказик упадет там, до дома. Потому что у меня эконом включен, хотя бы до МКАДа что-нибудь такое. Ну, типа, блин. Хотелось бы что-нибудь, чтобы упало. Поэтому я в надежде еще. Если ничего не упадет, то просто запишу еще там итоги видео. А если что-то упадет, то я еще покажу, что упало. 32 минуты. 1436 рублей. Что, ребятушки, время 2 часа 10 минут. Я еду по трешке. До дома мне еще 35 минут. Ну, я думаю, что больше я уже ничего не поймаю. Может, что-то упадет, но это уже будет такое незначительное. Вот. Отработал, получается, смену 12 часов. Машина отработала 11 часов 49 минут. Ну, вот, давайте 12 часов. Вот. Смена кончилась, ну, 10 минут назад. То есть, вот как заказ отвез, вот сейчас сколько еду, как раз она и кончилась. То есть, 12 часов рабочего времени сегодня у меня было. По кассе у меня получилось, я уже посчитал, сейчас скажу сколько. Так, где тут мой калькулятор-то? В общем, 16 536 рублей получилось. По количеству заказов сейчас скажу. 2 заказа после нулей и 16 заказов до нулей. 18 заказов получилось. Вот. Получается до нулей 12 926 рублей грязными. И после нулей 3 610. То есть вот, если видно, то видно, не видно, значит не видно. Вот. Получается, пробег у меня сегодня уже 407 километров, еще 40 до дома. Ну, получается, 450. Так, расход 9,6. То есть, в принципе, расход нормальный. Ну, двушка улетела точно. Вот. То есть, грубо говоря, 16500, 6500 смело можно отнимать, десятка в карман. Вот. Если так каждый день работать, то это красота. Это хорошо. Ой, что-то я разогнался. Тут же 60, я еду 80. Опять штраф придет, ну и мое. Кстати, многие пишут, спрашивают по штрафам. Типа, много ли штраф? В среднем, ну, сейчас уже, когда более-менее приловчился. Ну, вот если вот так вот не это... Не туплю, когда записываю видос, то нормально все. И в среднем в месяц там 2-3 штрафа прилетает сейчас, типа там по 250 рублей, ну там по 500, там за превышение, когда вот заговорился что-то, и там превышение такое, типа от 40 до 60, ну, там 1000 штраф прилетает 500. Ну, вот. Ну, как бы не хочу слазить, да,
но как бы штраф стало поменьше. Это радует. Вот. Но тут уже, наверное, все равно опыт играет роль. Ну как опыт, блин, сложно назвать, что у меня какой-то там бешеный опыт. Нет, просто все равно уже начинаешь замечать, где камера стоит, да, в какую сторону смотрит. То есть если нарушаешь, то уже нарушаешь так, чтобы не под камеру. Понятно, что невозможно учесть всех нюансов. Вот. Но тем не менее, вот что-то у вас попало, блин. То, но тем не менее, все равно как бы стараешься нарушать, чтобы, если нарушать так, чтобы не спалиться. Вот. КамАЗ, КамАЗ. Сейчас уже на этот. Кто? На Кутузовский выйду и там уже все нормально. Быстренько доеду. 30 минут осталось ехать. Вот. Последний рывочек и домой. Это хорошо. А, ладно, ребят, надо уже закругляться. Поэтому пишите в комментариях, как вы смену отработали. Какие тарифы катали. Вот. И, кстати, последний заказ мне, который упал, вот, ну, крайний, да, назовем его так, в Москву на Полиной Спенке, он был по комфорту. То есть 1400 там с копейками по комфорту за 33 минуты, по-моему. Ну типа нормально, это прям хорошо. Поэтому в общем-то все даже неплохо. И по эконому поездка бы стоила косарь, по К плюс 1600, по комфорту 1500, ну там плюс-минус, да, смотря в какое время смотреть и как. То есть я уже там на месяц проверял, ну такие цены были, поэтому нормально. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, и писать ваши комментарии. Пока!